этот дом находится в ведении городских властей, он не передан строить такие здания, что это святое место. А ведь действительно, батюшка подтвердил, что перед тем, как попасть сюда, они находились в храмах. Это предметы нам, эту грамоту не сохранили родственники. Ну, естественно, что как бы... Полной матерью... Источник знаменитый, он был еще в 19 веке, сюда со всей страны, со всей России приезжали. На этой панораме запечатлен наш город Барнаул в середине 19 века. Навешивать в качестве это люди, конечно, обделенные вниманием, обделенные какими-то социальными такими вот мероприятиями такого вот масштаба. И для них каждый вот такой выезд всегда праздник. Это не первый случай, когда вот привозят вот именно вот из таких мест, таких вот такого рода аудиторию. Пройдите сюда. Когда видишь такое вот понимание в глазах, само ощущение пребывания в музее церковном, в первую очередь, вот это вот играет очень большую роль. И многие из них, да большая часть из этих людей, которые приходят к нам в музей, конечно, люди не воцерковленные. Пройдя такой тяжелый жизненный путь, такой опыт получа, тем не менее, не все они еще входят в церковь. И вот такие вот посещения музея становятся толчком, первым шагом для того, чтобы люди, и их родители в первую очередь, это уже престарелые люди, они в свою очередь открывают впервые Бога, вот посещая наш музей.